Как же тяжело жить целую неделю в ожидании свежего выпуска программы «Точка.ру». Поэтому делюсь самым сокровенным. Вот что вы увидите уже совсем скоро. Ваши замечательные фото с фестиваля «Пластилиновый дождь». Выкладывайте записи с хэштегом «Пластилиновый дождь 2016». Как интернет отметил свое 25-летие. Обзор самарских блогов и социальных сетей. Забавные видео. Все это и многое другое. Встречаемся во вторник, 30 августа в 19:30 на телеканале «Самара ГИС».